Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арзе и мод Время перемен 3.0. И сейчас мы забежали к нашим друзьям-сталкерам, взяли награду. Потом, что еще? Я улучшил наш дробовик. Вообще, теперь он просто замечательный. 14 патронов в обойме. Вот, также я улучшил пистолет. Ну, как, точнее, не улучшил. Там чуть-чуть оставалось, я его доделал. Также вот с костюмчиком. Костюм я починил полностью. И там еще тоже немного на него поставил фентифлюшек всяких. Теперь у нас вообще полностью крутой, максимально крутой. Да и плюс у нас денег еще очень много, потому что я продал почти все свои артефакты, всякие там булыжники, ну и другие артефакты, которые нам не нужны. Ну и теперь мы можем спокойной душой отправляться на Ниагропром. Так, вот мы уже на Агропроме, и он мне, кстати, чем-то напоминает свалку. Прям, знаете, как входишь на свалку, там такая штука, грузовик такой. Их всех перебьем аккуратненько. Вернусь, ты ее просто не докинешь. Где у нас тут еще противники? Благо патронов у нас достаточно. Что такие все косой еще вдобавок. Правда, не во всех случаях, но... Ну, у нас там еще один остался, сейчас мы его добьем. С чего он там палит-то? Ладно, сейчас я по-быстрому обыщу трупы. Может, что-нибудь интересное найдется. Прикиньте, даже еще один выжил, я что-то даже как-то и не заметил. Ну да ладно. Ну что ж, мы обыскали все трупы. У них оказалось, что очень много аптечек. Вот таких вот. Тут нахуй уже их 20 штук всего. И плюс еще вот в этом ящичке лежала вот такая вот аптечка индивидуальная АИ-2. Так что тоже советую забрать. И плюс еще, кому интересно, вот здесь вот кое-что лежит. Но для меня не представляет никакого интереса, поэтому мы отправляемся дальше. И следующая наша цель, я бы... Ух, ничего себе. Я бы не против обследовать туннель. Может быть, у нас здесь есть что-нибудь интересное. Давайте сохранимся. Глянем. Может быть, какой-нибудь тайничок неплохой. Ух ты, покушать захотел. Не вовремя, чувак, не вовремя. У меня еды-то нету даже. Как ни странно. Ничего, сейчас я даже знаю, где возьму еды. Что у нас тут? Так, у нас вот вот что тут. Да, и как ни странно, он пустой. Может быть, у нас здесь что-нибудь есть? Так, два бинта, еще бинты, 4 бинта. Ну, тоже хабар. Может быть, у нас еще здесь что-нибудь есть? Так, интересно, интересно. О, аптечка, еще одна аптечка. Ну, короче, у меня поняли. Две аптечки и чуток патронов. У нас уже почти критическая масса. Так, нас там кто-то закидывает гранатами, что ли? Или мне кажется. Ну-ка, сейчас скинем немного веса. Постреляем в кого-нибудь. Но наш игрок чертовски хочет кушать. Что же, я его сейчас накормлю. Ничего себе, аж 3 батона схавал просто. Вообще. Взяли мы тут один вот такой паёк. Немного патрончиков скинуть, и все. И в принципе все у нас нормально. Ну а теперь мы отправляемся своей целью. Ну, кстати, там что-то интересное. Думаю, надо взять АКМ. Спасибо военным, а то мне правда вообще было есть нечего, как даже не подумал. Все-таки эти пайки много весят. Поэтому я их не беру с собой. Удивительно, у нас тут никого нету. А, ну это, в принципе, одинокая такая аномалия. Гравитационная. А, нет, не одинокая, их там две.
чуть-чуть спускаемся вниз. А то так сейчас сдохнем. Хотя, нам еще пофиг в нашем костюме. Так, пойдемте. К нашим сталкерам. Тут у нас кто? А, ну... Ну, это, типа, у нас тут военных они мочат. А, ну все. Вот, видите, у них есть. Очень много таких вот... Ой-ой-ой. Нужно сохранить эту пушку. Ой, у них они у всех что ли такие? Что ж, давайте я тут пока поделаю, обыщу трупы. А дальше уже посмотрим. Мы тут, кстати, РПК нашли вот такой вот. Но, в принципе, он мне не нужен. Да и он стреляет необычными патронами калашниками. Ну, а вот такой вот оружку я бы взял себе. Одну мы положим в слот. Кстати, у него прицел довольно-таки неплохой. Очень даже неплохой. Ну, посмотрим. Давайте сравним ее с нашим калашниковым. Да, конечно, он все-таки будет получше. Но получше он будет. Да, потому что скорострельность плюс 70. Не расходиться, ждем. Но. Пока давайте побегаем с нашей пушкой. Ух ты! И тут сразу нам приходит новое задание. На отряд напал противник, необходимо помочь. Вот и все. Ну, быстро мы их, конечно, сделали. Ух ты ж. Богатый, а. Ты там иди пока. Ты пока дойдешь, я уже. А у этого интересно, что было. Чувак, ты... Ну, короче, ясно. Сам сдох и меня задел. Ну ладно. А никакой награды нам за это не будет. Ну да ладно, пойдемте отыщем торговца ихнего или какого-нибудь там механика. Поговорим с ними. Ну, кстати, мы нашли торговца. Ну, у нас вот здесь вот торговец, давайте с ним поговорим. А чего у тебя выбор такой небогатый? Это же не база полноценная. Здесь собрались только те, пришел долгу за деньги помогать от мутантов отстреливаться. Я спрос нюхом почуял, да и пришел сюда торгануть. Что успел с собой взять? Да, на меня здесь. Смотри, все в ассортименте. А что за парни у вас в подвале сидят? Возвращались наши ребята с хабаром, шли через свалку, но с краю, естественно, сам знаешь, что там за место. Идут разбойники из-за кучи хлама. В метрах 50 кричат: все, лохи, припрыли стволы на землю, хабар на досмотр. Наши ракеты следующих групп возьми их, и мы крикни. А вы сами взять попробуйте. Дал очередь от бедра и ходу к базе. Группа за ним, и бойники за группой. Так, зигзагами до самого агропрома и добежали. А уж здесь ребята бандюков приняли без шума и пыли. Сидят теперь эти джентльмены, удачи под замком. Только что с ними делать, пока не ясно. Как-то торговцем стал. Ну, это все такие диалоги. Да, выбор у него, конечно, правда, не богатый, но есть патроны к пистолету нашему. Что меня бесконечно радует. Интересно, как он наши артефакты будет брать. Чувак, да ты красавчик. То есть ты почти... Он стоит 8 тысяч, а ты его берешь за 8 тысяч. Но вот эти я пока не буду продавать. Вот эти можно и продать. Они нам, в принципе, не зачем. Ух, ничего себе. Калаш, ты сколько поймешь? Не, калаш, ты что-то. Ладно, вот так ему продадим. Ну, а больше у него нечего брать. Давайте еще кого-нибудь тут найдем. Тут есть какой-то главный у них. Это, может, там что-то есть. Так, ясно, там опять. Так, по ерунде, можно сказать. Ух ты, мы устаем уже вообще адски просто. Давайте. Поедим бинтов чуток. Выпьем этого, потому что мы все равно не пью их.
Ну вот мы нашли самых таких. Арест. Группировка одиночка. Это у нас типа самый главный. Ну тут можно тоже диалог послушать. А это ты у нас кто? Это у нас никто, походу. А тут тоже никого нет. Что, давайте спустимся. А это таким образом. Мне особо не привыкать. И пойдем выполнять нашу главную цель. Это вот сюда вот. Еще ездит. Не, ребят. О-о-о! Нет! Боже мой. Угрозил ему голову. Нет, туда больше не сяду, пусть он работает. Бывает же такое. Ух ты, одиночки. Хоть денежка. Я вам покажу. Ну вот, мы уже почти на месте. Близко, близко. Я думаю, мы сейчас все уже знаем, чем мы сейчас будем заниматься. Это мочить военных. Только как здесь все сейчас обернется, я не знаю. Где стрелок наш? Точно, а? Все, утихни. Все-таки калашников, все-таки он не очень точный для дальних дистанций. Это во мне. Блин. Меткие, но урона они мне нанести не могут. А что, гранат? У нас же есть гранат. Вот. Сейчас закидаем их. Никто у нас тут не вышел. Так, мы сейчас аккуратненько. Сколько там уходило, то есть еще. Ой-ой-ой. Это чувак не жилец сегодня. Тоже. Ты сейчас поплачешь за то, что мне гранату кинул. Чего, где еще? Да, конечно, все это нудно делать. Надоедает порядком. Еще один. Тут этих горы, этих трупов просто сейчас будет. Просто ничего себе у них тут. Прям вообще. Что, давайте съедим. Батончик выпьем, водки. Колбаска еще. Чтобы бутербродик. За военных, что называется, которых мы сейчас. Тут у нас ничего нет, интересно. Нет, вроде бы ничего. Лови кровь, гад!
Да, я слышу, что ты меня уделал. Ой-ой-ой-ой-ой. Да я сейчас умру. Ну почти. Все-таки лагает, конечно. Потому что очень много всего тут. Иди сюда. Пристрели меня. Почти у тебя почти получилось. Давайте возьмем себе немного патронов. А то у нас что-то патрон заканчивается. Какой пистолет круче? Ну давай. Почти. Это у нас генерал. Так, нам нужно еще найти оставшихся. Бинты пригодятся, всегда пригодятся. Теперь нам нужно найти стрелка, нашу главную цель. О, аптечка. Никак не помешает. Тут нет ничего из тайничков. Станичков, как ни странно, у нас тут ничего нету. Стрелок. Мужик, ты где? Понятно. ПМ-ские патроны мне прям сейчас в самый раз. Чё с у них тут прям что ли? Торговец какой. Что, давайте выше поднимемся. Сохранимся, давайте. Военных убит, документы не найдены. Нужно обратиться в бар. Возможно, бармен в курсе, где сейчас стрелок. Давайте. Вот это у нас еще. Давайте посмотрим. Вот наш командир. Ноутбук какой-то. Это, конечно, оригинально-то что было. Все не настолько. Круто. Чего тут у нас? Командира. Тактика, кстати, он, тактик, он какой модели-то? КМ-107 уже, ух ты ж. Да, и у нас еще где-то один. Вроде это военный. Давайте еще сберемся. Так, здесь если сберешься. Сберемся наверх. Может быть там у нас что-нибудь будет интересно. Нет, у нас вообще тут наверх никак не сберешься, все у нас тут. Заклепали. Ну, теперь наша следующая цель это бар. Где у нас вояки тусуют оставшиеся? Чё себе? Бывает же такое. Типа. Ну, ладно. Еще один последний у нас где-то. Ух ты, ничего себе, у них тут все как устроено. По-крутому. Может, тут чем-то интересное есть. Ну да ладно. Ничего интересного я пока не заметил. Может быть, он где-нибудь здесь, это последний. Жаль, конечно же.
дети халявные. Наверное, он может быть... Ой, я даже не заметил. На вышке может быть этот чувак. Хотя нет, тут нет вышки. Значит, он у того входа где-нибудь ошивается. Надо же всех... Все, красавчик. Просто где-то тут ходил у нас. А, тут еще есть... Сами нарвались. Ой. Просто их не вижу. Теперь точно все. Кстати, тут машина прям так взрывается после одного попадания. Видите, БТР взорвался. Еще один генерал, еще вот эти флешки, которые не знаю, кому можно продать. Точнее, я не знаю, вы, может быть, и знаете. Кто мы тут уже? Давайте попросим чуток патронов. Ух ты ж. Это что такое? Что интересно тут есть? Ага. Фихо. Туда не проберешься просто так. Тут. Тоже пусто. Ну что же, я думаю, на этом серию стоит закончить. Мы тут разобрались с военными. Все очень круто, можно сказать так. Вот. Ну а в следующей серии мы отправимся в бар. И там уже в баре мы, собственно, сначала на свалку, потом в бар. И узнаем, где стрелок у бармена. Но тут мы его не нашли, как, в принципе, я и думал. Он уже все сделал за нас, до нас. Вот. Ну, кому понравился, ставим лайки, подписываемся. Всем пока!